Центре современного искусства начала работу сезонная выставка Союза художников Чувашии «Весна-2021». С подробностями Анна Филиппова. 67 авторов представили более 160 работ. Отбор выставочного комитета прошли как мэтры, так и совсем молодые художники. А в экспозиции портреты, монументальные полотна, натюрморты, оригинальные произведения прикладного искусства. Преемственность и связь поколений – вот одна из установок нового правления Союза. Да, увы, уходят старые мастера, но появляется новая кровь. Приняли троих, в Москве утвердили. Интересные, очень трудолюбивые и своеобразные художники, и молодые. Вот, потому что молодежь – это замена нашего коллектива. Министр культуры Чувашии Светлана Каликова вручила медали благодарности министерства членам Союза Александру Федосееву, Валентине Кузьминой и Николаю Андрееву. Также она выразила надежду, что работы мэтров помогут молодым увидеть красоту родной земли. Геннадий Козлов каждый день рисует Волгу из окна своей мастерской. Но сегодня он здесь не только как художник, а в первую очередь как директор музея, который рад всем зрителям. Ждать, пока зритель придет в залы, уже нельзя. Надо зрителя заинтересовывать. И вот моя миссия как руководителя музея как раз в этом и заключается, чтобы вот этот продукт, как мы его называем, произведения искусства, выставочные произведения, они дошли до зрителя. Музей ждет зрителей, а кого ждут художники? Любителей мыслительного процесса, сложных композиций и, наверное, тайн, присутствующих в картинах. Вот так вот я бы сказала. Оксана Кокорина представила на суд мыслителей и любителей тайны, загадок, три картины. Среди них свое аллегорическое видение подвига Александра Невского. Ведь в этом году весенний отчет Союза художников посвящен 800-летию этого героя земли русской. Выставка продолжит работу до празднования Дня Республики. Анна Филиппова, Дмитрий Макаров, Вести, Чебоксары.